Познакомьтесь, это Екатерина Андреевна. Катюш, мы тебя видим. Утро начинается, начинается. Макарчик просыпается, просыпается. Просыпается Макарчик, просыпается Макарчик. И, конечно, мой Макарчик просыпается. В Таганрог приехал он гулять, купаться и гулять, по кафешкам ходить гулять. В Таганрог приехал он гулять, мой Макарчик. Папа уже поработал полным ходом. Папа полным ходом уже поработал. Так, работа продолжается у папы. Просыпаемся. И Катюша просыпается. Просыпайся. Доброе утро, страна, мои вонючечки, мои красавчики. Братан! Мой игроман, мой хакер. Любовь всей моей жизни. Дорогие друзья, чтобы быть таким же красивым, как Екатерина Андреевна, нужно пользоваться Ямагучи. Тебе не платят за рекламу, не рекламируют. Рекламу не платят. Вокруг глаза вот так. И будьте такими же красивыми. Так, ну что это? Это не Сочи, Краснодарский край. Это Таганрог, господа. Встаем, ребята. 9 часов. Завтрак скоро закончится. Какие 9? 10! 10 часов. Завтрак сейчас закончится уже. Вперед! Нас ждут великие дела. Хоть немножко любите? Да, как? Сильно. Обалдели, что ли, а? Угу. Мои червячки. На завтрак пойдем? Да, нет. Ну как вам в школу прогуливать, садик нравится прогуливать? Да, нет. Хочешь на работу? Нет. Он не человек. В садик хочешь? Нет, ну куда? Он хочет Георгия. А куда хочешь? Бассейн? Я чукольный. Сюда. А если бы тут был Георгий компьютер, я бы кайфовала. Друг его, что ли, Георгий? Да. Мои червячки, а? Как мне не хватает этот нам девочки в команду, да? Так тут мама. А еще маленькую девочку. Спасибо, сын, Ма. Маленькую девочку, которая будет постоянно. Это мое, она заберет у вас игрушки, она все его заберет. Макар такой, я терпил. Макар такой. Макар, тебя что, молния поразила? Ты что там, это, завис? Ладно, пойдемте на завтрак. Так, ну, в общем, Екатерина Андреевна уже полным ходом на шведский стол там налегает. Сейчас что-то будет детям готовить, 100%. Любимая, твои любимые яйца. Слушай, ну курица есть, сардельки есть, это самое главное. Курица есть, сардельки есть. Что еще нужно? Что еще нужно? В общем, все есть. Есть хлопья. Так, ну все, всем приятного аппетита. Маму, это что, твой завтрак? Молодец, самый полезный. А? Курочку съешь? Конечно, закажи курочку. Закажи курочку. Все. Как здесь прохладнее, чем вчера, да? А? Давайте, поплавайте. Иди, надо в ту иди, идите в ту.
Так. Нужно, конечно, неправильно все это. Надо с утра немножко пивка. Вот эти все вот эти водные процедуры, это все потом. Сначала лучше, конечно, в идеале взять прохладненького пивка, посидеть, кайфануть, отдохнуть вот на релаксе, конкретно успокоить нервишки. А потом уже можно, так сказать, все остальное. Но сначала, конечно, нужно сначала пивка. А у нас все наоборот, да? Занимаемся чем угодно, но не пивом. Вот другое дело. Ладно, занырнем, кайфанем. И где там наш старшенький сынок потерялся? Будем искать, будем искать. Так, по-моему, там где-то. А, вон он. Хорошо, разберемся. Как обстановка? По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам. Кто у тебя любимый брат? Все, у нас истерика. Как зовут тебя, Мариночка моя? Хочешь ты вот другой? Я малыш. Я малыш? Мариночка. Я сказал Мариночка, я не сказал малыш. Я Мариночка? Да. А ты Машенька тогда? А ты Маринка. Ой, какие у меня дочки прекрасные. Маринка и Машенька. Мариночка и Машенька. И Маринка и Машенька. И Машенька. Ты, Маринка. Я уже тогда с Димой, я тогда уже Дашенька тогда. И Андрюха. Вот семейка. Андрюха, Машка, Маринка и Даша. Пойдемте в баню. Я зато не женщина. Любимая баня. Любимая баня. Сейчас уже с караоке баня, погнали. Я считаю, что это... Посмотрите, вот это тоже пока убирается, 30-е. Посмотрите, зайдите. Можно на секунду? Можно глянуть? На секундочку зайдите. Да, двухъярусная кровать. И вид отличный. Да, вот вы просыпаетесь. 31-й. Там где-то там живущие. Ну да, нет, я имею в виду, он там двухъярусный, да? Вам для детей. А тут живут? Ага, вот как раз. Нет, тут уже съехали, будут заселяться. Ну, я к тому, что нет, прикольно. Нет, это пустой пока. А, пустой. Ну, если прикольно. Если что, можно попросить, если он будет свободен. Ну, нет, ну, девчата разберутся. А вы переезжаете? Ну, мы до субботы в одном, а потом вроде. Ага, ну ладно. Спасибо. Ну, почему? Так, ну что, вчера был лед. А сегодня его нет. Не, а дальше есть. Сынок, смотри, какая интересная история. Посмотри, одень шапку, сынок. Ты давно болел? Посмотри, какая интересная история. Вчера здесь был лед, сейчас его нет. А дальше, смотри, лед. Обрати внимание. Видел? Да. Смотри, здесь нету. Там а... лед. Прикольно, там да? Лед. Да. Нет, здесь нету. И тут лед, впереди лед. Нет, а вверху, а там в глубине, посмотри, видел? А ты туда смотрел? Да. Не, ну там понятно, берег, а там посмотри. Ты не задаешься вопросом, почему, откуда там? Там коса, походу. В смысле? Ну, мелководье. Так там же мелководье. Ну, я так думаю, да. Тут везде мелководье. Это правильно, здесь везде мелководье, точно. Мелководье везде. Ладно, поехали, пострижем тебя, братан. И меня заодно. Так, отправляем на стрижку наших хулиганов. Покажи до и после. Так, это до. Ну-ка, стань нормально, я не вижу. Так, это до. Человек, а. Марк. Это до. Кстати, мне кажется, до у тебя получше получилось. И это до. Мама до. Ну, нет, папа. Папа пока тоже до. Там. Папа тоже. Папа вот. Папа тоже до вот. Надо постричься. У нас же гастротур в конце концов. Мы должны все время есть, да? Поэтому повторение мать ученика, как говорится. Пап, ты говорил, что давай обзойдем? В Сочи не пьем, а здесь в Таганроге-то можно.
А ты что не стрижешься? Макар, что ли, первый? Да. Что это такое? Скажи, что ты за рамен? Рамен, почему ты его ешь? Вот скажи, что это такое? У нас гастротур с тобой. Что такое рамен? Потому что какие-то аниме ты смотришь такие с раменом. А? Аниме Наруто, там рамен был. Наруто? Ага. Ребят, напишите, у кого дети смотрят аниме Наруто. Ну ты сейчас его смотришь, Наруто, или когда ты смотрел? Раньше. Классная прическа. Сейчас мы это поправим. Что за? Я не понял, это что такое, братан? А ну-ка посмотри на меня. Ну ты крутой, братишка. Блин, так классно, ребята стригут просто стороны. Нереально. Вот у нас в Сочи так не стригут, да, любимая? Ну где-то, не знаю, если в Хостине не стригут точно. В Сочи, может, где-то и стригут в Сочи. Ага. Но сам вот в Хостине вообще ужасно. Ну так классно подстригли просто. Ага. Сколько стоит? 700 рублей. 700? 800, по-моему, детская. Я вообще за 400 стригусь. Но у меня и стригут тоже так себе. Ну, где? Ну ладно. Сейчас парень сделал. Go, ну что, было стало. Красава. Это таганроги так делают. Вот Сочи, да, любимая? Объясни на меня, спасибо. Вот в Сочи так почему-то. Вот парадокс, да? Да не парадокс, Димуль, ведь делают в Сочи. Просто мы-то хотим, чтобы нам делали в Косте, а в Косте не делают. Нет, а подожди, мы не знаем, что в Сочи так делают. Да мы... делают, все куда. Но в Таганроге так делают. Да. В Таганроге вкусно кормят. В Таганроге гостиницы. Поэтому мы не живем в Таганроге, мы живем в Сочи. Ну, в Таганроге нету моря. Такого моря замечательно, гор нету и экологии такой нету. Кен мой. А Кен? На связи. Так, ну стрижка, короче, стоит 1200 вместе с бородой акции. Ну, я не знаю, мы троих подстригли за 2800. Да. И пацаны. Нет. У них комбо, вот борода плюс стрижка мужская 1200. Слушай, ну всех троих за 2800, за такое качество, в принципе, классно. Ребята до 12 лет по 800 рублей. Так я еще, получается, с бородой. Ты с бородой? Так ты еще что-то лежал, тебе там что-то каким-то паром делали. Не, ну это распаривали. Ну, прикольно. А покажи, как четенько дышится. Класс. Не, да качество хорошее, что тут говорить? Если было в таком случае, я бы ходил. Я найду. Периодически. Не, ну это далеко ездить не буду. Ну что? Они поели, пока мы здесь сидели. Я уже поспала. Салат, она уже поспала, поела салат. Этот картошку поел, этот рамен поел. Я ничего не ел. Ну, конечно. Ну что, пойдемте есть тогда? Ну, пойдем. Или прогуляемся по улице, пойдем. Прогуляемся, поспим. Или покурим кушать. Можем поспать. Пойдем. Куда мы идем? Куда мы идем? Постриглись, покушали, теперь идем кушать. Дорогие друзья, вот напротив прям нашего администрации, вы не представляете, открыли ресторан. Вот он называется, смотрите, как он называется. Мясник. А вот это вход в кассу театра. И ты сейчас обалдеешь, Катя. В феврале, а вот он рядом театр Антон Павловича Чехова. Вот он театр. Вот он театр. В феврале, Катя, все, много спектаклей и все билеты раскуплены. Ни одного билета? Она говорит, да, только на март. Покупайте на март. Вот, ребята, сегодня у нас гастропутешествие вот в этот ресторанчик. Оккультуриваются люди, потому что у нас билет стоит 600 рублей. Да, а у нас в кино сходить 1000 стоит. Кстати, вот здесь откроется какой-то китайский ресторан, походу, откроется. А в театр? Я говорю, 600 рублей. Нет, у нас в театр. У нас в театр 5000 стоит сходить. Пойдемте, ребят, я сейчас вам покажу, куда я вас посажу. Здрасте. Слушай, как вам высокие потолки? Балям. Смотрите, какие полы прикольные. Так, ну ладно, присаживаемся. Дорогие друзья, вот такие рестораны в Сочи вы не найдете. А в Таганроге, пожалуйста, посмотрите, какие тут комоды. Потом. Вот такая красота. Вот, сочинцы, учитесь. Куриный бульон с копченой курочкой и перепелиным яйцом. 220 рублей. Вот вам солянка, пожалуйста, 300 рублей. Вот вам уха с красной икрой, господа, 320 рублей. Вот вам борщ, 260 рублей. Вот так вот, жить надо в Таганроге.
Салатики, смотрите. Цезарь 360 рублей. Креветками 390 рублей. Теплые салатики. Не по 700 рублей. 400, 300. Греческий салатик, например. Смотрите, с апельсиновым маслом. 340 рублей. Дорогие друзья, ну что? Смотри, какая цена за тарелку. Мясная тарелка, смотрите, какая. 460 рублей. Меньше 800 тысяч рублей не видела ни разу. Да. А карпаччо? У нас 700 рублей. Карпаччо. Екатерина Андреевна, смотрите, вот ее движуха. Одна штука 300 рублей. Я вот это все люблю. Вот это все любишь? Вот это? Да, вот это сырые моменты, вот эти тартары из тунца, из карпаччо. Это все Катины моменты. Спинка лосося в сливочном соусе из шпината, Кать. 380 рублей. Ну, они только открылись, они раскручиваются. Ты папе телефон рабочий. Он говорит, пусть у меня посмотрит. Рулька фаршированная тушеная капуста. 640 рублей. Ребят, ну короче, все. А за форель? Самое дорогое мясо. Да нет, ну форель. Карамелизированная баранья рулька с овощами. 780 рублей. Тоже вкуснятина наверняка. Вот это. Лосось с жареными лимонами и томатами. 670 рублей, обалдеть просто. Ну это тоже стопудово, да, вкусно? Любим, может, тогда не будем другие рисы? Может, не будем тогда мясо дорогое есть? Может, давай, быть, давай не будем, я вообще не против. Потому что мясо самое это дорогое. А? Это очень что-то дешевое. Ну я, да, никогда это не пробовал. Самый крутой стейк какой? Вот, наверное, вот это, риба из мраморной говядины, наверное. И то на него что-то, мне кажется, нет, 490. Да, вот самый дорогой вот этот стейк, да. Да, он самый дорогой, рибай, вот он. 490 рублей, это 100 грамм. Стейк обычно 300 грамм. Вот, видишь, минимальная порция 300 грамм. То есть 1500 рублей. Да очень другой закажем. Мёд горит. Так, любимая, что там? Рассказывай. Вот у нас салатик. У нас рулька из баранины, да? Да. Вот это, наверное, вкусное будет, лосось. Я думаю, рулька тоже аппетитная. Да? Ну, давайте, всем приятного аппетита. Сынок, Марк, давай. Гастротур продолжается, Таганрог, да. Вперед. Ну, в общем, мы не наелись, поэтому да еще... Подожди ты. Поэтому еще как бы стейк. Поэтому еще стейк. Да? В общем, решили замутить. Попробуем. Проверим. Это же надо, да? Любители стейка. Просто вообще. Вот могли бы полюбить там курицу, нет? Колбасу, сосиски, нет? Они стейков любители, а? Обалдели. Макар. Угостишь? А? Поделишься? Он тебя ест. Чего ты меня побьешь? Это нам? О, хорошо. Не хватило им еще один заказать. Еще заказал? Так они попросили. Я-то здесь при чем? Еще один, походу. Пошла вода в хату. Чего попить? Пить пятерочки будете. Наделали